впереди еще выступление трех гимнасток. Одна из них Кафу Минагава, она нам представит композицию в классическом сопровождении, музыка Чайковского, а даже из балета «Щелкунчик». Произошла та же самая ошибка, как бы завязала узел на ленточке именно в том же самом месте. Ну, бывают соревнования, где узлы завязываются с пугающей периодичностью. Мне кажется, в этом зале очень грамотно подобраны кондиции. В основном условно не замечали. Да, нет, здесь все в порядке с кондиционером и нет никаких течений воздуха, как иногда бывает в огромных залах, что лента улетает просто в неизвестном направлении. Нет, здесь все в порядке, все хорошо. Он просто так повторил ту же самую ошибку. Бросилась в конце к палочке. Гимнастка молодец. И успешно поймала. Концовка. Поймать с ногами палочку. Если это удается, то это, вероятно, бонусы маленькие. Да, такая ловля стоит всего лишь 4 десятых. Японии любят художественную гимнастику. Я думаю, что ждут таких игр и выступления своих художественных гимнасток. Любят настолько гимнастику, что даже создали мужскую гимнастику, правда, она не художественная называется, но очень тоже эффектная. Там есть другие предметы для мужчин. Проводятся чемпионаты мира. Мы также участвуем в этих соревнованиях. У нас есть наш чемпион многократный. Какова судьба этой гимнастики у нас сейчас? Вы знаете, есть какое-то продолжение? Да, продолжение имеется, и даже в программу соревнований